Пришла весна, клещи проснулись. Мы радуемся солнцу и теплу, отправляясь за город, а опасные паразиты уже подстерегают своих жертв вдоль тропинок и дорожек. К слову, клещи не падают с деревьев, это миф. На самом деле, они нападают всегда снизу вверх. Чтобы не стать их жертвой, запоминайте. Отправляясь в лес, тщательно продумайте свой гардероб. Одежда должна плотно прикрывать тело, а головной убор обязательно закрывать уши и шею. Выбирайте светлую одежду, на ней будет проще обнаружить темного гостя, и периодически осматривайте себя и своих знакомых. Если же вас все-таки укусил клещ, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. В случае отсутствия такой возможности действуйте самостоятельно. Захватите клеща пинцетом или обвяжите его ниткой как можно ближе к коже. Вращательными движениями против часовой стрелки аккуратно вытягивайте паразита, чтобы голова клеща не оторвалась и не осталась в ранке. Ни в коем случае не используйте масляные растворы, это может спровоцировать передачу инфекции, ведь когда клещ чувствует себя некомфортно, он может отрыгнуть слюну с возбудителем в ранку. Место укуса обработайте антисептиком и тщательно вымойте руки с мылом. А клеща раздавите пинцетом, оберните со всех сторон прозрачным скотчем или поместите в емкость с плотной крышкой и отнесите в лечебное учреждение. Необходимо убедиться, что такая случайная встреча с паразитом прошла без последствий для вашего здоровья. Будьте внимательны и берегите себя!